Вітає програма «Новини регіону» у студії Кристіна Кранкевич. І на початку коротко про некоторі матеріали випуску. З сучасним обсталюванням і ремонтом у помешканнях обновлена дитяча консультація відкрилася у Славгородській райбольниці. Улюбленная у неба. Открытый чемпионат Беларуси по самолетным спорте «Прямая Могилю». И чего чекать от надворья, расскажем у выпуску. Двум магілёўскім ВНУ прадставілі новых кіраўнікоў. Нагадаем, прэзідэнт Беларусі прызначыў Дзяніса Духа рэктарам Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Аркадзя Куляшова і Максіма Кіркура рэктарам Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта харчавання. Усе падрабязнасці ў далейшых выпусках. Обновленная дитячая консультация открылась у Славгородской районной больницы. При допомозе итальянского доброчинного фонда отрымалось изробить ремонт у помешканиях, обновить меблю и обсталевание. С 2010 года фонд допомагает Славгородскому району. Про потребы доброчинцы доведываются от итальянских семьев, что принимают детей на оздоровление и проезжают до их у гости. Про то, как еще недавно выглядела дитячая консультация, теперь нагадывают только фотоздымки. Отделение переутворилось литерально за месяц. 150 тысяч евро пошло на материалы, а вось робили все своими силами. На будовле працавали итальянские волонтеры, доброохотники из Витебской области, Минску, да помогали работники организации Славгородского района. Мы устанавливаем новую электрику, абсолютно новую, заменяем все старое, полностью сантехническое оборудование, начиная с труб и заканчивая кранами. Славгородская районная больница обслуговывает 2932 дитяти. Обновленная консультация – это сучасное отделение. Например, для планового огляду обсталевали навод кабинет здорового дитяти. Да и чекать приему теперь не так сумно. Для маленьких наведвальников зарабили гульнявый покой. Рисунки все новые. Красиво здесь, да? Не страшно в такую поликлинику ходить? Нет, наоборот, лучше. Здесь ярко, красиво и игрушек много. Безусловно, станет удобнее работать, потому что будет оснащено отделение и мебелью, и предметами медицинского назначения, и необходимыми оборудованием для того, чтобы ребенка можно было и распеленать, и посмотреть в комфортных условиях. До речи, это уже не первый опыт совместной працы. До гэтуль тут отремонтовали залу ЛФК и педиатричное отделение. Детское отделение мы уже видим, что работает, что функционирует. Мы очень этим довольны. Но хотим еще подождать и посмотреть, как будет работать это. И в случае необходимости, если нам будет к нам обратятся, мы будем рассматривать и можем помочь и в будущем. Меркуется, что первых наведвальников дитяча консультация примет на проконце кастрычника. Тут завершается установка мебли и обсталявания. Алина Соловьева, Виталий Алексеенко, «Новини региона». Маршруты троллейбуса у Могилеве часово изменятся у неделю 1 кастрычника. Это связано с проведением областным центром великого бегового марафону. Так, за 11.00 до закончения мероприемства троллейбус номер 2 с площади Ленина будет поворачивать на проспект Мира. Далее по улице Космонавтов и затем поверне на улицу Чалюскинцев. Будут введены додатковые одинки троллейбуса 2К. Зеленый луг, площадь Орджоникидзе. Четверка будет ходить с Любужа до площади Орджоникидзе. Нагадаем, старт марафону у 10.00 и у первую годину забегу цалком будет спынены рух на улицах Першамайской от площади Славы до проспекту Мира. Частково обмежеванный рух по Пушкинским проспекте от моста Яшина до перекрыжования. На удел у марафоне уже зарегистрировались более за 2000 человек. 70 из них побегут самую долгую дистанцию – 42 километры. Сирот их як аматоры, так и профессионалы. Большинство удельников во возрасте от 20 до 40 год. До речи, самому молодому и старому удельнику марафона организаторы предугледили каштовные подарунки. Узгадаем, что переможцы марафона у разных дистанциях отримают грошовые призы, самые великие из яких – 2000 рублей. Регистрация протягивается. Поспейте принять удел.
Более за 270 тысяч человек шанунага узросту проживая на Могилевщине. Это 26% от населения в области, поведомили у Комитета по праце, занятости и социальной обороне облаканкама. Многие из пенсионеров ведут активный лад життя, наведывают гуртки у центрах соцобслуговывания населения. Сярод занятков – йога, скандинавская хода, компьютерная письменность. Пенсионеры задают темп иншим и стверджают, на пенсии сумовать не приходится, коли ведаешь, чем себе занять. Пенсия для вас посчитал? Новая жизнь. В 65 жизнь только начинается. С таким запалом могилевские пенсионеры идут на природу заниматься скандинавской ходой. Вырос рух, гэта життё яны лічуць галоўным, бо адкуль узяцца энергии без позитивного ставления. И скандинавская хода тут добра дапамагае. Во-первых, общение какое-то вот. И что-то для себя тоже, для здоровья что-то полезное извлекаешь. Ну, даже интересно. Зачастую страшно, не хочется, и сам себя заставляешь. Иди, 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 иди. Не потому, что что-то там надо, а просто потому, чтобы выйти на улицу, чтобы идти. Как означают в областном комитете по праце, занятости и социальной обороне, по в области каля 800 человек наведывают центры соцобслуговывания насельництва. Самые активные пенсионеры у Могилеве и Бобруйску. Сама жизнь – это есть движение. И это движение, прежде всего, внутреннее движение. Поэтому внутреннее движение – это есть движение духа в человеке. Что это такое, по-простому говоря? Увлечение, интересы, стремление человека. Без этого и нет энергетики в человеке, соответственно, нет смысла, депрессии и так далее, и так далее. Могилёв прымае открытый чемпионат Беларуси по самолетным спорте. Сёлета спаборніцтвы довольно прадстаўнічыя. Удзелу их прымаюць пилоты не только из Беларуси, але из России и Латвии. Судейская команда за фигурами высшего пилотажа от летчиков назирает 4 дни. Вышэйший пилотаж – один из самых видовищных и технично складанных видов самолетного спорта. Зразумела, что таких пилотов не выпадково называют асами. Отсюль и довольно складанная система критериев судейства. Летчикам-спортсменам подчас демонстрации программы треба шмат чего уличивать. Оценивается точность выполнения фигур, качество, красота, четкость остановок, четкость постановки линий, четкость радиусов. Кожную фигуру спочатку отпрацовывают пешу на земле, шмат разовка, потом не помылиться у небе. И такая подрыхтовка, кажут пилоты, не меньше важная для поспехового уделу у споборництвах. Можно сказать, я мысленно сейчас летала. То есть каждую фигуру я делаю на счет, мне нужно там показать линию или вращение. И чтобы я в полете не забыла о чем-то, я отрабатываю всегда это на земле. Пилоты показывают обовязковую и вольную программы на самолетах двух типов – Як-52 и Як-55. Могилевский аэроклуб представляют 12 летчиков-спортсменов. Не сокрыт, зараз ён ведущий по самолетным спорте у Беларуси. Так что без переможцев от Могилева, упэўнены тут, не обойдется. Достойно, скажем так, представляем республику. Уровень хороший. Будем дальше совершенствоваться. Дарэчы, зараз Могилевский клуб рыхтуе заявку на проведение чемпионату света по высшейшем пилотаже. У 2019 годе сюды могут приехать лепшие спортивные летчики планеты. Алиса Рыбалка, Миколай Соболев, Новин региона. Дары осени у гэтыя выходные пропануюць магілюшанам сельгасорганізацыі, фермерские гаспадарки, гандлёвыя кропки, индивидуальные прадпрымальники. Пляцоўкай для реализации садавіны и гародніны сёлетняга ўраджаю на гэты раз абрана территория ля 45-й школы у микрорайоне Спадарожнік. Кірмаш будзе ладзіцца 30 верасня с 10 до 16:00. Пакупнікам таксама пропануюць широкі ассортымент мяса малочнай, рыбнай, хлеба, булочнай продукции. Канчатак верасня будзе прахладным. На выходных температура понизится, а у ночь з недели на понеделок прогнозуются заморозки на глебе и местами у паветры от 0 до минус 3. Дарэчы, такое надворье напроканцы месяца лічыцца нормальным, а теплая другая декада верасня, наадварот, пярэчыла парадку шматгадовых назіранняў, гаворыць синоптыкі. Увогуле апошнім часам верасень стаў теплым месяцам, у пачатку нават з рэкорднымі летнімі тэмпературамі. Тыдзень дажджоў нагадаў пра восень, а потым настала так званае бабіна лета. Чаму так званае, спецыялісты лічаць, што сапраўднае бабіна лета прыходзіць толькі пасля ўстойлівага пахаладання. Так што ў кастрычніку надзеі на цеплыню яшчэ могуць спраўдзіцца. Панізіліся не толькі дзённыя тэмпературы, начныя замаркі плотна ўвайшлі ў прагнозы сіноптыкаў. Першы нязначны мінус не паўплываў на пасевы, гаворыць у абласці.
абласным гидрометеоцентры. Дарэчы, у 77-м годзе у такі ж перыяд начныя температуры былі ўжо мінус 3,6. А на гэтым я з вамі развітваюся. Дзякую, што былі з намі. Да сустрэчы ў эфіры.